Во Владимирской области за сутки 108 новых зараженных коронавирусом. И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только 4 ноября, когда заболели 107 человек. Всего больных в нашем регионе теперь 10 234. А в лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир – 19 новых пациентов. На втором месте Муром и Ковров – по 10. Третье место антирейтинга у Петушков – 9 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир – 1862 случая, Гусь-Хрустальный – 1487, Муром 1170, Ковров 851, Петушки 843, Александров 767, Вязники 500, Юрьев-Польский 433, Собинка 431, Кольчугино 337, Суздаль 251, Миленки 250, Красная Горбатка 230, Горховец 208, Судогда 193, Киржач 159, Камешково 157, Радужный 105 случаев. Летальных исходов за последние сутки сразу 4, это много. Последний раз такое было 31 октября. Умерших в результате коронавируса во Владимирской области теперь 274. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 116, на 4 больше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 7491.